Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетбольная Самара стала еще сильнее. В основной состав команды попал гигант 2-10 ростом Алексей Жуканенко. В межсезонье за центральным нападающим охотились многие клубы не только Суперлиги, но и высшего дивизиона чемпионата страны – Единой Лиги. Прошлый сезон Жуканенко защищал цвета Астаны в чемпионатах Казахстана и ВТБ, поиграл и за Кубок Европы. Мой игрок очень сильный. И опытный, и в нашей молодой команде он будет как раз кстати. С трудом верится, что этот игрок оказался у нас. Это один из сильнейших центровых страны. Это безусловно. Вот. И то, что приятно, то, что у него самого было очень большое желание именно прийти к нам. Баскет-клуб «Самара» в предстоящем сезоне рисует перед собой глобальные перспективы – выиграть титул чемпиона Суперлиги или как минимум стать призером и завоевать Кубок России. Для решения этих задач руководство команды собрало под свои знамена лучших своих воспитанников, а в данный момент они лучшие игроки российского баскетбола. Будем стараться вернуться обратно в ВТБ с ПК «Самарой». Мы тренируемся, наигрываем связи, но сезон покажет. 30-летний центровой «Самара» вернулся в родной клуб не с пустыми руками. Жуканенко – серебряный призер чемпионатов России и Казахстана, обладатель Кубка России и Европы, участник чемпионата мира. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.